Время собирать камни. После мартовской трагедии в Кемерово в нашей стране пересмотрели требования к пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Многочисленные проверки прокуратуры и МЧС выявили массу нарушений в торговых центрах, в кинотеатрах, в ночных клубах Чувашии. Некоторые заведения, которые не соответствовали требованиям пожарной безопасности, закрыли сразу после весенних проверок. По многим нарушениям судебные разбирательства продолжаются до сих пор. А буквально на днях в МТВ-центре в Чебоксарах закрылись все детские развлекательные центры. Буквально пару дней назад, еще на прошлых выходных, здесь играли, резвились, проводили свое свободное время сотни детей. Сегодня здесь выключен свет. Владельцы детского центра готовятся вывозить оборудование. Людей, которые сюда еще приходят по привычке, разворачивают обратно. А все потому, что безопасность превыше всего. Закрытие детских развлекательных центров на верхних этажах МТВ-центра, пожалуй, одно из самых масштабных мероприятий по устранению нарушений. По закону они должны быть расположены не выше второго. По итогам проверки прокуратурой в суд было направлено исковое заявление с требованиями о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра МТВ-центр до того момента, пока они не устранят все выявленные нарушения пожарной безопасности. Вот сейчас, в настоящий момент, установлено, что после того, как прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности, администрация торгового центра начала совершать действия по устранению выявленных нарушений. В том числе, как мы сегодня убедились, детские развлекательные центры, которые были расположены на 5-м этаже данного помещения, прекратили свою деятельность. На сегодняшний день в торговом центре устранены и другие нарушения. Мы улучшили качество звука в общественных зонах. Навигация, стрелочки повесили, светящиеся по предписанию. Доводчики на двери поставили на незадымляемой лестнице. Ну и самое основное, которое вот мы просто закрыли детскую зону, которую вот нам предписывали. Нарушение правил пожарной безопасности. Моя личная ответственность, чтобы людям было комфортно и безопасно находиться в нашем центре. Мы над этим работаем. Работать еще есть над чем. Так нужно привести в порядок лестницу, ведущую на балкон, отгородить лифтовую зону от торгового зала. И не только. Отказ прокуратуры от иска возможен только в случае реального устранения всех выявленных нарушений. Детские площадки в других торговых центрах, расположенные выше второго этажа, пока работают. Но прокуратура уже подготовила иски к нарушителям. Они рассматриваются в судах. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.